has the key. Stefan ish Aser.
приветствую. Бывай. Может вернуться? No. Ah!
Приветствую. Покажи свои товары. Бывай. Ликом пригож, а речами умилен. Только в глазах стоит холод могильный. Он даст тебе успех и достаток. Щедро одарит и серебром, и златом. Только недаром так добр он к людям. Время придет, по счетам платить будет. Сокровища в раз тебе станут постылы, навек кандалы. Тебя заключил он. Я знал, что ты придешь. Ты ясновидящий? Дело не в том, кто я. Я помог тебе бежать. Раньше с моей помощью ты нашел Йеннифер. Теперь ты чувствуешь, что меня надо отблагодарить. Еще твой знак прекрасно мне об этом напоминает. Для того он и служит. Знаешь, это весьма занятно. Даже самые отпетые негодяи испытывают странную потребность отдать долг чести. Люди, эльфы, краснолюды, все расы. Ты должен мне это когда-нибудь объяснить. Ну, раз уж ты здесь, расскажи, как у тебя вышло с афирцами. Ты возникаешь ниоткуда, так же таинственно исчезаешь, вызываешь шторм. Кто ты такой? Колдун? Нет, куда там? Чарами я брезгую. Куда больше этих дешевых фокусов,
Меня интересуют настоящие людские истории. Одну такую я хочу тебе рассказать. Это история о подлеце с каменным сердцем. О человеке, который не хочет отдавать своих долгов. А с чего ты взял? Что мне это интересно? С того, что он навредил и тебе. Его имя Ольгерд фон Эверек. Откуда ты знаешь, что мы знакомы? И что он мне чем-то насолил? Сам подумай, Геральт. Я знал, что тебя схватили афирцы, но не знаю, из-за кого. Ведь Ольгерд фон Эверик совершенно осознанно послал тебя убить человека, которого, может быть, еще удалось бы расколдовать. И ты был бы казнен за это, если бы не я. А знаешь, почему он это сделал? Потому что он злобный, бесчестный выродок, который питается страданиями и болью других. Интересно, что же он тебе такого сделал? Я подписал с ним договор. Задействовал свои способности и связи, чтобы дать ему то, чего он пожелал. А теперь он уклоняется от уплаты задолженности. Ты хочешь, чтобы я выбил твой долг? Я не наемный головорез. А мне не нужен головорез. Мне нужен кто-то умный и хитрый. Кто-то, кто не боится испытаний. Кто-то такой, как ты. Это что, лесть? Ну, конечно. В конце концов, я бродячий торговец. Так что могу предложить тебе много интересных вещей. Например? Благодать для тела и души. У тебя всегда будут еда и питье в изобилии. Ты ведьмак. Так что я могу дать тебе лучшее оружие, какое только пожелаешь. Твое тело будет ловким, как никогда. Мысли быстрее молнии. Твоя страсть очарует любую женщину. Но прежде всего, я предлагаю тебе настоящее приключение. Ты испытаешь то, что дано пережить лишь избранным. Щедрый ты. И все это лишь за помощь в одном маленьком дельце? А больше ты ничего от меня не хочешь? Ничего. Только честности. Что же ты сделал для Ольгерда? Тоже вытащил из какой-то клетки? В определенном смысле. Помню я тот день. На дворе моросил дождь. Был пронизывающий холод. Ольгерд заявился сразу после захода солнца. Худой, как старая кляча, в залатанной рубахе. И все, что у него было, одна сабля на поясе. Жалко было смотреть. Он попросил у меня помощи. Я ему помог. Благодаря мне он стал богат и успешен. Стал тем, кто он сейчас. Теперь же он прогоняет меня, когда я прошу его вернуть долг. А как-то раз даже приказал спустить на меня собак. Хочешь, не хочешь, приходится ссылаться на условия договора. И тут появляешься ты. Сколько тебе должен, Ольгерд? Люди чести о таких вещах не говорят. Если уж я в это вмешаюсь, то должен знать подробности. Сколько? Миллион? 2 миллиона крон? Я не ростовщик и не даю денег под проценты. Ольгерд должен мне нечто гораздо более ценное, чем пара монет. Большего я сказать не могу. Я уважаю частные интересы клиента. А что ж все твои таланты и связи? Почему ты сам с этим не разберешься? Тут есть нюанс. По контракту, прежде чем я приду за долгом, должны быть исполнены 3 последних желания фон Эверика. Проблема в том, что я не могу быть их исполнителем, а лишь, как бы это назвать, консультантом. То есть тебе нужен мальчик на побегушках,
Мне нужен союзник. Я чувствую, что лучшего, чем ты, мне не найти. Так чего ты от меня ждешь? Сначала мы вместе навестим фон Эверика. А там увидим. Будем импровизировать. И все же я верю, что все кончится хорошо. А после мы все встретимся и поблагодарим друг друга за то, что пережили вместе. Да, перейдем к делу. Расскажи мне о трех желаниях Хольгерда. Он может попросить исполнить три вещи. Но подробности мы узнаем только на месте. Ха, все это выглядит как-то мутно. Твоя помощь, договор с Хольгердом, эти три желания. Но ведь у тебя нет ни одного рационального повода мне не доверять. Я помог тебе, поскольку оказался в нужное время в нужном месте. Раз уж один и тот же человек перешел нам дорогу, очевидно, что нам стоит действовать вместе. А мне это совсем не очевидно. Иди со мной к Хольгерду, и ты убедишься, что ему неведомы совесть или честь, а человеческая жизнь для него — игрушка. Потому-то он и натравил тебя на принца-жабу. Хорошо, идем к Хольгерду. Но я ничего не обещаю. Это все, чего я прошу. Теперь убери этот знак. Разумеется. Как только ты справишься с заданием. Иди, и ты не пожалеешь. Встретимся там. Мне надо кое-что уладить по дороге. Получить какой-нибудь долг? Может быть. Говорят, ведьмаки стоя любят, а? А в компании лучше всего. Так это ты, брат, королей порешил. Кого я вижу? Ведьма! Опять палку от метлы проглотил. Ха! Как жизнь? Что у тебя на роже выросло? Никак афирский сифилис подхватил. Вроде как. А у вас имение горит. Заметили? Это? А, да. Ну, ты знаешь, как бывает. Пирушка-то хорошо пошла. Танцы, выпивка, веселье. Ну и нас немного занесло. Оно и видно. А где Хольгерд? Да чтоб я знал. Где-то здесь, наверное. Нет! Умоляю! Нет! Захлопни пасть! Отпустите меня! Оставьте! Заткнись! Я с вами хлеб делил! Пили вместе! Воевали рядом! А вы хотите меня убить? Я же один из вас! Может, ты и был когда-то, а теперь уже нет.
чем его вина? А тебе-то что? Не твое дело. О, а что сразу так нервно? Ты оглох, что ли? Убирайся отсюда, выродок! Я лишь хотел узнать, что здесь происходит. А вот и не узнаешь! Проваливай! Уйду, когда вы мне скажете. Да чего же ты упрямый хер? Атаман велел его казнить. Ну что, мы тебе сказали? Так вали отсюда, не мешай. Вы сказали, что Ольгерд приказал его казнить, но не сказали за что. А тебе не все равно, ведьмак? Все равно. Просто любопытствую. Он нарушил дворянский кодекс. За это только одно наказание — смерть. Что тут делается? Вы с ним не закончили? У меня уши вянут от воплей. О, Геральт, ты здесь. Значит, в каналах все прошло благополучно. Ты же был там? Ты убил моего отца! Не я. Лжешь, ублюдок! Этот человек убил его сам, без моего ведома. Его разозлило, что твой отец отказал нам в ночлеге. За это своеволие и нарушение дворянского кодекса он и был казнен. Что еще для тебя сделать? Убрать ее. Так на чем мы остановились? Зачем все это представление? Разве ж это представление? Человеку иногда надо вкусить немного безумия, чтобы освежить вкус к жизни. Судя по тому, что у тебя на лице, ты знаешь, о чем я говорю. Ты знаешь, что это такое? Я не уверен, но догадываюсь. Ты связался с опасным человеком, ведьмак. Ты бессмертный? Смотря что ты под этим понимаешь. Да, убить меня нельзя. Но это вовсе не так приятно, как может показаться. Жить вечно не означает жить полной жизнью. Так это проклятие? Проклятие? Нет, не думаю. Скажу тебе так. Будь осторожен в своих желаниях, ведь они могут исполниться. А ты потом будешь бодаться с последствиями. Что-то я не улавливаю. Если ты знаешь, что тебе почти невозможно причинить вред, начинаешь рисковать все больше и больше, покуда не обнаружишь, что уже ничто не может развеять твою скуку. Вся соль в том, чтобы миновать эту точку и увидеть за ней новые возможности. Я убил бестию в каналах. Ну, мои поздравления. Тебе полагается награда. И ты можешь взять себе что-нибудь из дома. Если там еще что-то не догорело. Трудный был бой. Когда я убил чудовище, оно превратилось в человека. Ты знал, что так будет? Ну, конечно, знал. Иначе бы он тебя в это не впутывал. Гюнтер один снова пришел поливать меня грязью. Не, я пришел получить долг. Но сначала ты должен найти помощника, чтобы исполнить три твоих желания. Вот он. Геральт из Ривии. Он сказал правду? Ты знал, что жаба — это проклятый принц? Не только знал, но и сам приложил к этому руку. Он не упоминал об этом? Это весьма поучительная история. Я расскажу. Ольгерд был некогда влюблен в прекрасную девушку по имени Ирис. Но ее родители выбрали себе в зятья афирского принца,
и Ольгерд возненавидел его. Сначала он хотел его убить, но счел, что это слишком просто. А потом обрек его на страдания, жалкую жизнь в обличье жабы. А когда ему наскучили мучения принца, он решил убить его твоими руками. Напомни мне один. Кто должен выполнить три моих желания? Мой помощник, Геральт. Так убирайся прочь. Не желаю видеть твою рожу дольше, чем необходимо. Идем. Куда? На конюшню. Мои люди уже собираются в путь. Вижу, у вас с господином Зеркало какие-то споры. Мне бы не хотелось вмешиваться. Поздно. Ты уже вмешался. Он однажды помог тебе и теперь просит вернуть долг. Я угадал? Да. Но так теперь ты не избавишься от него, покуда не вернешь. Но будь спокоен. Я придумаю такие задания, что тебе их нипочем не выполнить. Сделай все, что сможешь, и отдашь свой долг. А я буду жить спокойно, пока Зеркало не найдет себе нового помощника. То, что он сказал о принце, правда? Это ты превратил его в жабу? Может, и я. А может, этот тупой эфирский борчук просто чего-нибудь нажрался. С ними никогда не угадаешь. Не знаю жратвы, от которой можно чудищем стать. Тогда поди напился какой-то дряни. И я наложил проклятие. Из мести, в полном отчаянии. Я тогда был другим человеком. Выкрикнул проклятие в гневе и даже не подумал, что оно может исполниться. Почему ты не сказал мне правду об этом чудовище? Хотел устроить сюрприз? Я просто хотел, чтобы кто-нибудь убил жабу. Откуда я мог знать, что заказ примешь ты? Когда на моем пороге появился ведьмак, я подумал, что это даже к лучшему. Все-таки вас за этим и учат. Может, его бы удалось расколдовать? Может быть. А может быть и нет. А впрочем, зачем? Затем, что это человек. Паршивый афирский пес – это не человек. И горевать о нем нечего. Наверное, проще будет, если я спрошу прямо. Что я должен для тебя сделать? Дай подумать. Раз у нас нет больше крыши над головой, пожалуй, с этого и начнем. Добудь мне дом Максимилиана Барсоди. Его дом? А что ты удивляешься? Надо же мне где-то жить. А это что такое? У тебя что, боги последний разум отняли? На грязного коня хочешь сесть? Поди прочь. Знаешь, что бы сделал Витальд, если б такое увидел? Знаю. Витальд? Мой брат. Сам мог смердеть, как трехдневный анучи, но кони у него всегда выглядели, как на параде. Никто не умел развлечься, как Витальд. Жаль, что теперь он совсем не веселится. Поэтому ты сделаешь так, чтобы он отвел душу за все это время. Ясно. Будет сделано. А третье желание? Выполни сначала эти, а там видно будет. Посоветуешь что-то? Куда идти, с чего начать? Ты с ума сошел? Я не собираюсь облегчать тебе работу. Где мне тебя искать, когда я разберусь с домом и с братом? Кто же знает, куда нас с компанией занесет. Вот что. Ищи меня в корчме в Оксенфурте. В алхимии. Договорились. До свидания. С братом сложности быть не должно, но этот дом... Как же ему принесут дом? Я бы наоборот не стал беспокоиться о доме. А вот с братом будет потрудней.
Как мило, что ты меня подождал. Я не оставлю моего помощника на произвол судьбы. Я думал, что должен выполнить три желания сам. Так гласит договор. Но там нигде не сказано, что я не могу тебе помогать. Думается мне, что с этими двумя заданиями тебе пригодится моя помощь. Есть идея, как мне достать для Ольгерда дом Барсоди? Я знаю только одних Барсоди в округе. Они держат в Оксенфурте аукционный дом. Припоминаю, однажды они чуть не продали с аукциона мои мечи. Но дело было в Новиграде. Они переехали. У тебя есть прекрасная возможность выяснить, почему. Хорошо, я найду их. И что дальше? Не знаю. Может быть, на месте тебе придет что-нибудь в голову? Да, возьми с собой побольше наличных. Могут понадобиться. Почему с братом Ольгердом мне должно быть труднее? Потому что он уже несколько лет как мертв. О, некромантии не хватало. Некромантия — это не единственный способ вернуть кого-нибудь к жизни. Есть еще ритуал призвания. Это выбор между чумой и холерой. Кроме того, мне понадобилась бы кровь призванного. Кровь, разумеется. Призванного не обязательно. Вот, держи. Откуда это у тебя? Геральт, Геральт. Ты страшно любопытен. Представь, что это кровь Эвериков. И проводи ритуал. А где мне найти этого Витальда? Не могу же я делать все за тебя. Используй голову. Род фон Эвериков был известен в этих краях. Наверняка найдется кто-то, кто о них слышал. Например, та рыжая красавица, барышня-доктор. Не забыл ее? Пора приниматься за дело. Не вижу энтузиазма. Ты же замечательно при этом развлечешься. Жду не дождусь. Если мне понадобится помощь, где тебя найти? Я сам тебя найду. Удачи, Геральт.
Селедочка лучше прилегала. Дорожкой затаивши зло, ведь не дал взаймы на пиво дьяволу никто. Приветствую еще раз. Так что, подкинешь мне интересной работы? Так вышло, что мне и правда кое-что нужно. Великолепно. Вот увидишь, ты останешься доволен. Будь здоров. Это аукционный дом Барсоди? Точняк. Рядовой Кляйнер, вы на службе. Разговоры с гражданскими неуместны. Цель вашего визита? Любопытно. Вы рядовые солдаты, да? Капрал Вацлав на посту. Этот солдат мой подчиненный, рядовой Кляйнер. Смотри, не обосрись от счастья, командир. Что-то сказали, боец? Ничего. А вам, случайно, не нужно быть на фронте? Приказ о переводе 76 ЦВХ. Задача – охрана аукционного дома Барсоди. Важность особая. У этого Барсоди при дворе связи. Он тут сбывает трофеи по самым высоким ценам, а взамен получает охрану. Рядовой Кляйнер, эти сведения – военная тайна. Кто-нибудь из хозяев здесь? То есть единоличный владелец, достопочтенный Хорст Барсоди? Он здесь. Я к нему по делу. Приказ 76 ЦВХ. Внутрь допускаются только участники аукциона с именными приглашениями. Ты уж лучше сделай для меня исключение. Я твоих угроз не боюсь. Я присягал служить Редании, и за нее умру с песней на устах. Ты учти, он серьезно. Гауде матер Редания, проле фекунда нобили. Кого я вижу? Геральт, ведьмак из Риви. Вим Вивальди, банкир из... Откуда ж ты есть-то? Да, неважно.
Деньги границ не знают. В чем дело, капрал Вацлав? Вы перечите Геральту? Господин Вивальди, ваш досточтимый друг не имеет приглашения на аукцион, а... А я имею. Проходите, Геральт, будьте моим спутником. Но приказы... Приказы, херазы! Мне что, жалобу сержанту подать? А? А то-то... Смирно! И пасть закрыть! То-то ребята в казарме посмеются. Тихо! На обход! Шагом! Арш! Левой! Левой! Спасибо за помощь. Да ладно! Чего только не сделаешь для старых клиентов. Приятно иметь с тобой дело, Вим. И жена моя покойная так говорила. О-хо-хо! И народ уже собирается на аукцион. Пойдемте наверх. Ну, а что выставляют на аукцион? Все, что есть ценного. Украшения, редкое оружие, всякую экзотику. Я здесь за полотнами портретистов Мариборской школы. Ван Дейка... И Вандерхуя. Надо же, я не знал, что ты коллекционер. Конечно нет. По мне все художники от слова худо. Я эти картины вообще в сейфе держу. Тогда зачем? Как зачем, Геральт? Я же диверсифицирую инвестиционный портфель. Мне казалось, что аукционный дом Барсоди в Новиграде. Был, да переехал. Родовид предложил Хорсту льготный налог. 0%. Ха, щедрое предложение. Да, вот что называется дружественное государство. Вим, на самом деле мне нужно поговорить с Хорстом Барсоди. А вот с этим может быть проблема. Почему? Потому что нелюдим он страшный. Не то, что его отец, упокой Мелителли его душу. Но Хорст обычно выходит к гостям на минутку. Я вас ему представлю. Буду очень обязан. Ерунда. Обязывают только векселя да ипотека. Ну, добро, пойдемте наверх. Яйцо Баберже, белое золото, перламутр, инкрустировано топазами. Продано мадам Велепин. Рубашка хаклонского шелка, расшита аметистовыми бусинами, начальная цена 2000 крон. Геральт, почему бы вам в самом деле не купить дом? Могу устроить очень привлекательный кредит. Кредит не бывает привлекательным, Вим. Даже в коверских марках? Даже в мариборских кружевах. Яйцо Баберже, белое золото, перламутр. Инкрустировано так. Из коллекции чародея Эрамоса. Мадам Велепин. Рубашка хаклонского шелка, расшита аметистовыми бусинами. Начальная цена 2000 крон. Куда же я положил молоточек? Красивый. Но сломался бы при первом же ударе. Кодекс Риданиенсис. Последний уцелевший экземпляр. Зериканские копья послужат прекрасным украшением гостиной. Будем знать. Кубок огня. Интересно, что это такое? Яйцо Баберже, белое золото, перламутр, инкрустированное... Беликан. Или, может, йотун. Продана мадам Велепин. Рубашка хаклонского шелка, расшита аметистовыми бусинами... Красивая скульптура. А ведь наверняка окончит свои дни украшением в саду. Не подходить. Проход запрещен.
Вижу, есть время выпить до аукциона. Вим, это же банкет. Ну, и что? Ненавижу банкеты. Вся эта болтовня ни о чем. Крохотные порции, скверная выпивка. Ну, не все так плохо, вот увидите. Зато представлю вас паре интересных знакомых. Пожилая дама, вон там, это графиня Миньоль. У вас точно найдется тема для разговора. А вон там, в углу, Гилберт. Ну, вариш, поднялся на игре в гвинт. О, и Яромир здесь, антикварщик. Сноб, каких мало. Но о картинах все знает. Ну что, пойдем поговорим с кем-нибудь? Не торчать же тут столбами. О, вы чувствуете, Гарольд? Это запах денег. Милостивая графиня, позвольте представить вам моего друга Геральта из Ривии. Ведьмака из школы Волка. Простите, разве мы когда-то уже... Нет, я узнала вашу школу по медальону. К слову, Геральт, графиня Миньоль – известный коллекционер ведьминалей. Ведьминалей? Что это? Всякого рода предметы, связанные с ведьмачьим ремеслом. Мечи, снаряжение, медальоны. Отчего же у вас, госпожа, такой интерес к скромным убийцам чудищ? Приятные воспоминания моей столь далекой юности. Не говорите так, графиня. Вы в самом расцвете. Это так мило, господин Вивальди. Но кроме ведьминалей, в моем доме есть еще и зеркала. Какова же жемчужина вашей коллекции? Старинный панцирь школы Волка. 1234 год. Классика. Продается ли он? Боюсь, что нет. Это память о дорогих мне чувствах. Но прочие ведьмачьи цацки можно исторговать. Глядишь, и наклюнется какая сделка. Мне, как посреднику, полагается скромная плата. 5%, не больше. Ты, как всегда, Вим, ни за что не упустишь шанса пополнить свой кошелек. Но почему бы и нет, можно и поторговать. Графиня, вы уже что-то присмотрели на этом аукционе? Нет, но Хорст Барсоди клялся, что выставит на торги то, что меня заинтересует. А подробностей он не выдал? Нет, вы же знаете, какой он. Ходячая тайна. Давайте сменим тему. Сударь-ведьмак, не окажете ли вы даме одну услугу? Это зависит от услуги. О, это мелочь. Я только что была на балконе и обронила там сережку. Думаю, она где-то между досками, но я не смогла ее найти. Может быть, вы с вашими кошачьими глазами? Не беспокойтесь, сейчас же поищу. Буду вам очень признательна. Сейчас вернусь. Простите, но не
знакомы ли мы случайно с вашей милостью? Не припомина... А, в самом деле. Как-то мы спорили с вами здесь за одну богато украшенную саблю. Да, точно. Тогда еще распродавали имущество какой-то семьи на Эрвек, Эбек. Да неважно. Лучше скажите, служит ли вам эта сабля? Разлитое вино. Ничего больше. Тут ведь нет никакой сережки, правда? Нет. Тогда прошу, графиня, объясните, в чем дело. Только без шуток. Прошу простить. Я... Боги, как это неловко. Вы знаете Весемира? Он немного ниже вас. Носил усы. Знаю ли я? Он научил меня всему, что я знаю. Что? Как он сейчас? Могу я спросить? Конечно, можете. Но прежде расскажите, что именно вас связывало. Никому я не говорила об этом, но... Хорошо, я расскажу. В 34-м году, зимой, в Оксенфурте завелась какая-то бестия. Это был Фледер, кажется. Объявили награду, в город приехал ведьмак Весемир из школы Волка. Он искал следы чудовища возле нашего имения. Между нами сразу пробежала искра. Я послала ему записку с гувернанткой. Потом он приходил тайно, каждую ночь. Но однажды отец что-то услышал. Весемиру пришлось поспешно уйти. Он даже не успел забрать доспех. А, так вот оно, начало вашей коллекции. Да, и конец нашей любви. Отец выписал на него гончий лист. Меня спешно выдали замуж. К счастью, мой супруг умер молодым, оставив мне приличное состояние. И вот я живу воспоминаниями. Боюсь вас огорчить. Прошу, скажите, он умер как ведьмак? Нет, он умер как герой. Вот оно как. Спасибо за то, что вы благородно терпели выжившую из ума старуху. Не говорите так. Я стара и богата. Могу говорить, что хочу. А сейчас, прошу, оставьте меня одну. Я вернусь на аукцион. Я этого современного искусства не понимаю. Герцог Клювер объявил себя банкротом. И вот, пожалуйста, новый перстень. Сегодняшний аукцион будет исключительным, дорогие гости. Гилберт, сколько лет? Позволь тебе представить, мой друг Геральт из Ривии.
Приветствую. Здравствуйте, очень рад. Ну как, уже решил, за что торговаться будешь? Да нет, куплю, что понравится. Парадное что-нибудь. На стену повешу. Нильфгард, я угадал? Простите? Твоя колода для гвинта. Нильфгард, верно? Нильфгард — хорошая колода, но мой выбор — королевство Севера. А, понимаю. Патриот. Скажу тебе по секрету, Гилберт, что Геральт — игрок отменный. Отменный! А, аукцион начинать еще не думают. Так может, того? Партиечку? Почему бы и нет? Рискну. Доставай колоду. Отлично. Тогда я сдаю. Чудно. И Геральт, отойдем на минуточку. Что такое? Видите ли, раз я устроил вашу встречу, то будет справедливо, если вы уступите мне часть выигрыша. 10% как посреднику. Ты ведь для этого нас и познакомил. Друг мой, деньги не пахнут, а уж я-то их повидал. Ну, так как? Что ж, ты помог мне сюда попасть. Будь по-твоему, если выиграю, 10% тебе. А может, 15? Да пошел ты. Добро. Играем.
не может быть. Так не должно быть. Ты точно жульничал. Наложил на меня чары? Эй, полегче, Гилберт. А не то Геральт потребует у тебя удовлетворения. Хе, сам его удовлетворяй, мелкий ты бородатый жмот. Навешу-ка я ему процент побольше на следующий кредит.